Добрый день! Сегодня я расскажу о книге Марины Райкиной «Москва закулисная». Книга состоит из очерков о том, что скрыто от зрительских глаз. Здесь работа гримеров, актерские приметы, долгие репетиции, случаи на гастролях, немного закулисных интриг. Ну и, конечно, есть анекдоты из театральной жизни. Марина Райкина говорит, что слово «закулисное» введено в название книги для обозначения жанра. Автор решила показать другой театр с другой, с непривычной стороны, чтобы дать возможность почувствовать его изменчивую природу, неповторимый быт и традиции. Серьезные интервью в книге соседствуют с задушевными беседами, а театральные байки с подлинными трагедиями. Беседы с Евгением Леоновым, Евгением Евстигнеевым, Григорием Гориным, Галиной Волчек, Андреем Мироновым оставят читателю хороший интеллектуальный заряд. Книга уводит нас в прошлое и возвращает настоящее. Она полна неожиданностей, противоречий и парадоксов. Одним словом, театр. Перед каждой главой есть название и несколько колоритных слов об актере. С порога он может огорошить журналиста следующей репликой. «Я думаю, что интервью не получится». «Отчего же? Вы сильная личность, вы пишете и получаете кайф, который я получаю, когда сочиняю. Просто я сочиняю про Мюнхгаузена, а вы про живого Горина». Какой должна быть истинная артистка, знает Инна Ульянова. Актриса редкого амплуа, комедийного. Актриса должна быть с маникюром, зябко кутаться и пахнуть французскими духами. Когда плохо с продуктами, у прилавка она смешила продавцов. Мужей меняла, любовников никогда. На ее могиле напишите «Дама с лисой». Я желаю вам умного и веселого чтения. Будьте здоровы!